Здорово, здорово, ребят, всем с вами Андрей, и добро пожаловать на новое видео по Russian Car Drift. Пару недель назад я записал первое видео, я купил вот такую вот четверочку, и накопил я немножко деньжат, 81 тысячу. Это у меня будет, короче, проект, блин, я не знаю, как этот проект просто назвать, короче, у меня будет много проектов, я хочу сделать их очень много, ну то есть из всех машин я буду делать какие-нибудь проекты, из всех. Первый проект это, конечно, вот эта вот четверка, которую я купил. Блин, как же ее назвать, конечно, даже не знаю. Нет, насчет четверки мне вообще в ум ничего не приходит. Копейка, это можно там кирпич назвать. Проект кирпич, ничего такого нормального будет. А вот из четверки вообще не знаю. Наверное, так и будет. Проект четверка. Дрифт, проект, жига, четверка, дрифтовая жига, четверка. Короче, что-нибудь придумаю. Короче, в названии видео вы увидите, как я назвал это все равно. Так, давайте сделаем тюнинг. Заходим в тюнинг. Тут у нас. Выбираем обвесы. Ой, блядь. Да. Фендеры, конечно. На десятка, нихуя. Чё-то я это, мало, походу, накопил бабосов. Сплиттер. Губа, конечно, да, нужна какая-нибудь. Наверное, какая-нибудь. Вот это вот больше по фендерам подходит. О, полторашка. Вот это нормально. Так, бампер. Можно его убрать вообще? Кулек, да. 2000. Блять, стой. Нет, назад, обратно. Да. Блин, а это? Может, это сплиттер снять все-таки? Хотя нет. Оставим. Так, ребят, я извиняюсь, если я тихо говорю, у меня просто в другой комнате родители. Ну, это не надо нам. Так, спойлер. Ну, лавочку, конечно, сюда этот. Да нет. Я что, дурак, что ли? Я, если буду делать какой-нибудь корч, я буду делать прям такой, прям... нормальный. Но вот это такое я точно делать не буду. Это, блядь, бубой, как это? Бусудзуку. Баночка, конечно, такое себе. Какую-нибудь одну баночку. Во. Пойдет, да. Тут то у нас было так, а это будет так. Так, крыша. Крыша, что у нас тут? Мигалка. Шапка. Такси. О. Дрифт такси. В смысле, а это? А тут раньше танк был. Ага. Ребят, я походу знаю, как я назову. Дрифт такси. Ну, короче, что-то из этого я выберу. Так, с обвесами закончили. Повеска. Подвеска, да. Нет, сначала нужны катки. Колеса. Так. Сюда, наверное, 13-е какие-нибудь поставим. Ну да, потому что 14-е они слишком будут огромные смотреться. Ну, разварки я тоже сюда не хочу ставить, и поэтому... Блин, а вот это ничего такие прям. Что тут вообще есть? Нет, о, торусы. Ну тут они такое себе смотрятся. Или, короче, вот эти вот. Или вот эти вот. Мне кажется, вот эти вот лучше, да? Пятнашка. Ну, мне, в принципе, должно на все хватить. Так, цвет. Нет. Подвеска. Сделаем сейчас немножко занижение. Вылет. Блин, какой же... на П. Нет, на Р... Так.
Все вроде подходит. Так, высота, высота, высота. Сейчас с задним сначала определимся. Ну, пониже, пониже, да, конечно, пониже. Уф. Вайба. Да? Да, конечно, вайба. Прям вот так вот. Чуть-чуть повыше. Нет, вылет все-таки на П. Вот так вот. Да. А. Высота. По высоте, в принципе, все нормально. Но выше, я думаю, не стоит делать. Ну и ниже тоже, это же у нас не это. Не какой-нибудь там. Бапан. Ну хотя она и так уже легла, не нормально так. Жесткость пружин. Но пожестче, пожестче немножко. Отскок пружины не нужен. Отскок не нужен никакой. Развал. Развал, короче. Да хрена, да хрена, да хрена. Вот так вот. Нормально? Так, сейчас я палец поставлю, чтобы ровно был. И на передние. Так, окей. Гляньте, гляньте, он прям все лучше и лучше получается. Две с половой всего лишь. Цвет. Мне, в принципе, она... Это можно в черный вообще покрасить. Так, так. Я понял, да, что тут все отдельно. Какая она черная, пиздатая. Или какая-нибудь... Темно такая синяя. Зеленая такой себе. Или красная. Блин, ну красная тоже. Ну красная так. Насчет такси вот это вот. Не это. Белая. Не, белый что-нибудь другой потом сделаем. Наверное, какой-нибудь синеватый или черный. Черный дрифт корч. Блин, и диски черные получаются. Блин, или белые все-таки. Ну не. Короче, ладно. Синюю так и оставим. Покрасим. Так. Это у нас тоже все в черное, конечно же. Диски. А нет, это тонировка. Ты, конечно, в хлам ее. Так, тут можно все отдельно красить. Это что такое? Решетка. Чё? А, диски. Диски что, тоже можно покрасить? Обод можно покрасить. Ну, не, так я издеваться прям не буду, чтобы. А вот прям потемнее их можно сделать. Да, конечно. Блин, ну, в принципе, мне нравится уже. А, ливреи. А что тут у нас? Твою мать. Вот. Вот. Почему так сразу нельзя было? Кстати, я, может быть, попробую еще что-нибудь создать. Или что-нибудь найти. Прям какую-нибудь хорошую ливрею. Вот это вот. И в следующем видео, может быть, сделаем нормально. Так, номер. 10 тысяч. А у меня есть деньги, да. А... Номер какой? Номер у нас. Так, а. Какие же у нас там? 788 МР на 77, нет, на. Вообще, блин, я 3 семерки хотел на 77. На 77. 788. 98. Ну, 34-й регион, конечно, такой себе ставить. На такие номера. А вот 98-й, Питер, нормально. Цвет символов ничего не будем. Так, купить. Да. Уф.
вообще по красоте. И можно потратить что-нибудь на мощность. Вес. Зачем вес нужен вообще? ТПП. Сколько стоит? 8000. Ладно. Пойдет. Ну что, ребят? Мне кажется, получилось классно. Первый выезд. Одиночный заезд. Гаражи. Так, сейчас я сразу смогу. Могу ли? Ага. Потише. Сейчас я со звуком определюсь. Ага. Так, у меня тут механика. Ну, как вот классно, когда вот такая вот штучка есть. Спрятать. А назад можно? Спасибо. Пойди спрятать, стой. Ага. Так. Фотография создана. Сейчас еще, наверное, что-нибудь. А. Наклон не надо никакой. Расстояние. Чуть подальше, да. И фоточку. Зафиксирую это как-то. Ага. Сейчас я, конечно, тут еду, наверное. Ладно. Чего-то на это. Смотри, ребят. Мастер-класс. Я пока катался, я натренировался так немножко. Я там по 15, по 20 тысяч набирал. Но это уже получше, чем когда я в первый раз катался. Блин, вообще классно. Ну, правда, ребят, то есть один проект у меня будет на одну серию. Вот у меня сейчас вот этот проект получился. Сейчас я буду теперь копить деньги на другой проект. Потому что с этим уже все. Все сделали, все нормально. Так, на четвертом уже. О, она уже на четвертую тянуть начала. Раньше не тянула. Под лучше. Хотя нет, такое себе на четвертую. Блядь, вся... тихо-тихо. Сейчас надо, наверное, еще какую-нибудь фоточку сделать. Так, сейчас я сразу. Ха! О! Во, вообще классно! Классно, классно! Спрятать чуть-чуть подальше. Скрин. Все. Все, превьюшка готова. Топовая превьюшка есть теперь. Ай, кнопка. Блять, у меня кнопка не нажалась. Да-да-да-да-да-да. Так. Давай. И когда я в первый раз играл, было еще хуже. Сейчас как-то более-менее. Может, на джойстике вообще попробовать? Так, вот и все. 6600 мы получили, 13 тысяч очков. Так, гараж. Ну что, ребят? Я так думаю, что первый корч получился неплохой. А на этом все. Постараюсь где-то, может, раз в неделю сделать эту рубрику, ну, по проекту. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ждите новых видео. Всем удачи. Всем пока-пока.